Приветствую! Мы в прямом эфире и это проект «Невечные дебаты». Сегодня предстоит очередная очень интересная дискуссия. Напоминаю, что по нашей доброй традиции в начале ставим лайк этому видео, мы делимся ссылкой с нашими друзьями, мы можем писать в чат, откуда вы нас смотрите. Не забываем о культуре. Потому что все-таки мы здесь на христианском канале, мы верующие люди, подавляющее большинство среди нас таковые, поэтому будем соблюдать христианскую атмосферу. У нас впереди очень важный диалог, очень важные дебаты. И перед тем, как представить гостей нашего сегодняшнего эфира, мы бы хотели познакомить каждого из нас. С темой нашей дискуссии, пожалуйста. В последнее время все больше верующих задаются вопросом, актуален ли принцип десятины сегодня. Некоторые из них приходят к тому, что это было постановление лишь для ветхозаветного периода. Но когда пришел Иисус и верующие вошли в эпоху Нового Завета, возвращение десятой части своих доходов к Богу утратило смысл и теперь это не имеет особого значения. В это же время весомая часть христиан искренне верит, что десятина по-прежнему остается важным и освященным принципом, что Иисус и его апостолы никоим образом не перечеркивают ее актуальность. Сегодня у нас есть возможность сопоставить два разных взгляда на этот счет. Представлять позицию, что в Новом Завете Десятина отменена будет пастор Виктор Томев, его оппонентом будет пастор, руководитель Центра Духовного Просвещения Виталий Алиник. Что ж, нас ждут интереснейшие дебаты, но слава Богу, что они не вечные. Итак, друзья, очень серьезная тема, очень актуальная тема. И мы рады приветствовать наших гостей, участников наших дебатов. Виктор, Виталий, приветствуем. Приветствую. приветствую всех. Хорошо ли нас слышно? Скажите пару слов, чтобы мы убедились, что и вас хорошо слышно. Виктор. Да, меня я слышу хорошо. Надеюсь, что меня тоже. Да, все хорошо, все прекрасно. Спасибо, Виталий. Надеюсь, меня слышно тоже. Я слышу вас хорошо. Да, все отлично. Друзья, мы уже встречались вместе перед нашим эфиром. За 15 минут мы пообщались, помолились вместе, чтобы все прошло в правильном духе. Перед тем, как мы огласим регламент, я бы хотел прокомментировать очень коротко сотню негативных комментариев под анонсом нашего сегодняшнего эфира. Да, друзья, в первую очередь, если кто-то смотрел, читал это все, это было связано с подбором участников, так называемого, или оппонента для Виталия. Многие удивились, как это Виктор будет присутствовать у нас сегодня как гость, ведь он проповедует о том, чему вообще не следует. И вы знаете, очень коротко постараюсь. Во-первых, безусловно, мы уважаем ваше мнение, мы прислушиваемся, делаем выводы и учитываем на будущее, чтобы вы не думали, что нам все равно. Во-вторых, пригласить на данный проект участника да. с иным мнением, это не стыдно. Тем более, что это не подкаст, а как раз формат невечных дебатов, он предполагает услышать два разных взгляда, сравнить их вместе. А, а вот то, как, друзья, вы порой комментируете, как критикуете, осуждаете, в каком духе, с какой риторикой, вот за это порой приходится покраснеть. Друзья, вот тут бывает позорно отображать христианство в таком свете. Поэтому давайте будем мудрее. И последнее это, друзья: сегодня мы взвешиваем позиции на тему актуальности десятины. Было оговорено, что никто не будет выходить за рамки данной темы. А, аргументы, значит, у тех, кто считает, что десятина на самом деле она не нужна, они приблизительно одинаковые у всех. Но согласился их озвучить только Виктор. За это мы ему благодарим. А то, что Виктор или Виталий озвучивают на своих отдельных ресурсах, это их ответственность, и за это они будут отвечать, а не я или вы так как и другие наши участники здесь. Поэтому спасибо, друзья, за ваше участие. Давайте будем приступать уже к нашей теме, но перед этим давайте послушаем еще раз наш регламент. Невечные дебаты проходят в 7 этапов. Вначале участникам дается по 15 минут, чтобы высказать свою позицию по текущей теме. Во втором этапе обе стороны дополняют свою позицию, учитывая аргументы оппонента. Далее каждый из участников тезисно подчеркивает сильные стороны своего мнения и слабые другого. Затем оппоненты по очереди зададут по 5 вопросов друг другу. С каждым последующим вопросом время на его постановку и на ответ будет сокращаться. После этого каждой из сторон будет озвучено по 3 самых интересных вопроса от зрителей. Шестой этап всегда содержит элемент интриги. Здесь модератор может лично задать вопрос с подвохом обоим участникам, либо высветить дополнительный вопрос от зрителя, либо подключить к эфиру неожиданного гостя, чтобы тот задал свой неординарный вопрос участникам. В завершении дается по две минуты каждому, чтобы кратко подвести итоги и поделиться своими впечатлениями от дискуссии. Что ж, друзья, мы готовы начинать. Я, честно, очень ждал именно этой темы и рад, что мы сегодня сможем ее открыть в таком формате. <coughs> так как в моем представлении сегодня набирает оборотов максимально среди верующих людей, как раз та тема, что десятина она потеряла свою актуальность в Новом Завете быть может, вы со мной не согласитесь, что именно такая тенденция сейчас. Я попрошу первым представить свою позицию Виктора. И, Виктор, у вас на это 15 минут. Пожалуйста. Да, спасибо за представленную возможность сказать об этом на, на вашем канале и также вообще на просторах интернета озвучить э, такую позицию, которая, как вы сказали, уже набирает какие-то обороты. Немного скажу о себе, как я к этому пришел. Э, и это, наверное, тоже будет важно. Я являюсь пастором более 20 лет. И как пастор, я как раз являюсь заинтересованное лицо чтобы говорить о десятине. Десятина ⁇ это бюджет, это возможности, это финансы, поэтому говорить об этом ⁇ это как раз, вероятно, важно и для меня. Но, наверное, более 30 лет назад, учившись в духовной семинарии, я начал изучать тему Евангелия благодати. Это было ну, много этапов познания благодати. Но где-то, так сказать, 2000, наверное, уже 2010 год, я глубже углубился в многие вопросы Евангелия благодати. Так вот, с позиции Евангелия благодати десятина не вписывается в концепцию Евангелия благодати. Почему? Потому что само, сама благодать – это даяние, но даяние со стороны Бога. Мы живем по благодати. А закон – это как раз требование. Закон требует, а благодать дает. Так вот, десятина, ее представление целиком – это требование. Требование, конечно, закона, потому что о десятине мы будем ссылаться, соответственно, на закон, на Ветхий Завет. Она там представлена, и будем как-то еще где-то объяснять с позиции Нового Завета. Поэтому я еще раз повторю, что я не являюсь, я заинтересованное лицо в данном случае. Но что, что касательно вообще вопрос финансирования, я не как раз говорю о том, и это важно, чтобы было даяние в церкви, чтобы люди давали, чтобы люди делали приношения, жертвовали, но не исчислять это вопросом десятины, потому что десятина будет создавать для человека всегда какую-то сложность. Она будет создавать для человека вопросы и осуждения, потому что человек будет думать, все ли я посчитал, от всего ли я дал. И на самом деле это очень сложно для верующих, чтобы они ориентировались на десятины еще и в современном в нашем формате. Вопросов будет очень много по поводу, почему нет, почему да, но а, почему я считаю, что десятина не актуальна. Потому что десятина, она а, десятина является самым, а, как это сказать, является самым а, сложным сегодня для человека уточнить, сколько точно он может дать. Почему мы можем говорить о том, что десятина является концепцией закона? Десятина является концепцией закона, потому что если человек не дает десятину, то он несет некую ответственность, и он виноват за это. В благодати мы освободились от этого давления, мы освободились от этого осуждения. Нет никакого осуждения для человека. Поэтому апостолы, когда собрались вот, рассматривать очень важный вопрос, давай, соблюдать ли закон Моисеев, то они приняли решение и сказали, что нам не нужно возлагать никакого бремени, касательно, допустим, язычников, что касательно иудеев, они соблюдают, возможно, все эти иудейские обряды и не только десятину. Что касается язычников, то есть, ну, нас с вами в частности, мы, составляя большую часть христиан, это язычники, они сказали, что не нужно возлагать никакого бремени, кроме всего необходимого. И там не озвучили такой важный аспект, как десятину. Почему ее не озвучили? Почему апостолы не озвучивали нигде? Потому что если прочитать книгу Малахия, вы проклятием прокляты, потому что вы не даете десятину. А если вы даете, то вы э, как бы оправдываетесь. То есть десятина с позиции того, что я даю, и я лучше других, э, она потеряла в этом смысле актуальность. Я еще раз повторюсь. Мы не говорим ни в коем случае о том, что не нужно делать приношение, даяния но эти приношения и даяния, они э, рассматриваются с позиции Нового Завета, они рассматриваются как э, личное, как доброхотное даяние. И ты не можешь... Это не относится вообще вопрос к вопросу десятине, доброхотно дающий десятину. По расположению сердца. Там не было такого постановки вопроса. Там была заповедь, нравится тебе, не нравится, это, ну, и, кстати, десятина всегда является в формате ну, налога практически. Поэтому налоги люди платят, вероятно, не по расположению сердца, а потому что нужно. А если ты не заплатишь, то тебя оштрафуют. Так вот, десятина в формате, представленной в Библии, она именно в этом формате. Если ты не даешь, то ты будешь проклят, то ты будешь наказан, тебя оштрафуют. А если ты даешь, то тебе будет хорошо. Я еще скажу, что из опыта не только моего, а сотни тысячи и десятки тысяч, может быть миллион христиан, давая десятину, мы не видим, что это работает сегодня так. То есть закон, включая также закон десятины, это утратило свою актуальность. С перемена священства поменялся закон. У нас сейчас закон веры, а не закон справедливости, потому что Моисеев закон это закон справедливости. И сегодня мы постоянно говорим, почему это несправедливо, почему я даю десятину. Сегодня меня смотрят и будут смотреть, возможно, сотни и тысячи людей, которые давали десятину, но окна небеса не открылись. Но э, многие же это практиковали, они давали тщательно. Я давал много лет десятину. Я не перестал давать даяние пожертвования э, сейчас, но я давно перестал исчислять свое даяние именно в 10%. десяти А вообще, если говорить о десятине, десятина это не 10 процентов. Если мы просто берем название десятина-10 процентов, на 10%, то понятно. Но если мы берем десятину библейскую концепцию, исследуя все, а это все в Ветхом Завете то десятина ⁇ это еще десятое по счету, а не просто десятина. И не должно разбирать, хорошее то или худое, это принадлежит Господу. То есть у вас 18 овец, и вы считаете, раз, два, три десятые отдали Господу, если это самое лучшее попалось, ты, если захочешь заменить его, то еще 20% должен добавить. Если речь идет о том, что как это применить сегодня? Мы же даем только деньги в вопрос десятины. Только деньги практически. Никто ж не приносит овощи, фрукты в церковь и не, и не, и не заваливает в здание молитвенного дома всяким, все, что он имеет, десятую часть от всего. Либо мне нужно все, что я имею, продать и десятую часть приносить и посчитывать. А вот скажите, расскажите бабушке, сколько она должна принести десятину, если она должна ориентироваться на десятину а не на просто даяние по положению сердца. Сколько она должна принести картошки? Сколько она должна? Так как фарисеи считали от всего. Давайте начнем это делать. Это усложняет. И если посмотреть Деяния апостолов, там написано, Петр говорит, это закон, это бремя, которое не могли понести ни мы, ни отцы наши, включая десятину. Потому что ее нужно давать либо точно, либо ну, перестать играть просто в даяние десятины. А если э, человек, если говорить, что человек должен давать от всего, что он приобретает, например, мне подарили машину, должен ли я дать десятину? И кто-то скажет «да», а таких пасторов много. «Да, ты должен давать от всего, что приобретаешь, тебе подарили» то теперь я должен либо продать эту машину и десятую часть дать, либо, если у меня нет денег, я должен в долг взять, или что, или дать там два колеса от машины, отнести в церковь. Как с этим разбираться? Вопросов много. Поэтому апостолы и Иисус Христос учили о том, что люди должны давать. Давайте, дастся вам и никогда не основывалась на конкретно какой-то десятой части. Я даже не затрагиваю тему, что вопрос десятина относился к храмовому служению, и к левитскому. это было удел левитов. И если мы будем говорить, что мы сегодня левиты, то кто из нас левит? Те, кто на сцене или те, кто сидят в зале, так кто должен получать тогда десятину? То есть вопросов будет намного больше. Поэтому снять этот вопрос с христианства очень просто. Доброохотно дающего любит Бог, сеющий щедро, щедро будет пожинать. Почему Павел? Разве это про десятину? Как можно сеять щедро десятину? То есть много десятины не бывает, она всего лишь 10%. А вот много даяния может быть. Поэтому если ты посеял много, ты много и пожнешь. Если же, и это не говорит о том, что ты посеял мало, ты виноват. Нет, ты не виноват. Это просто ты посеял, ты столько и пожнешь. Но если ты десятину не дал, то ты виноват перед Богом. Проклятен ты, проклят. И у тебя отношения с Богом нарушились. И если десятина может выстраивать наши отношения с Богом, то это похоже на, на те же позиции, как было в Средневековье, когда люди просто деньгами выстраивали отношения с Богом. Они, они приносили деньги, и им прощались грехи. Они принесли деньги, они принесли десятину, и у них лучше отношения с Богом. Но наши отношения строятся с Богом через Иисуса Христа. Он нас примирил с Богом. Мы имеем отношения через Иисуса Христа. Поэтому я праведен благодаря Иисусу, а не благодаря тому, что я даю или не даю. Но мое доброе отношение, моя ответная любовь на Божью любовь, которую меня возлюбил, конечно же выражается в даянии. Ты можешь давать и не любить, но ты не можешь любить и не давать. Еще раз повторю, ты можешь давать и не любить, но невозможно любить и не давать. Поэтому я считаю, что важно отметить очень, ну, этот, эту, эту, этот момент, что мы говорим не о том, что не нужно давать, не нужно делать приношения, не нужно жертвовать, так сказать. Мы говорим о том, что не нужно ставить это бремя как десятину для людей, потому что иначе люди начинают выстраивать свои отношения, чувствовать себя правильным или неправильным, правильно поступил или нет, дал я десятину или нет. Поэтому э, Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Это абсолютно здраво и нормально. Те люди приносят а, приношения, свои дары, даяния дают. Это их не, а, расположение сердца. Они дают, и это нравится Богу, но они не оправдываются этим, они не становятся лучше или хуже. Поэтому здесь самый главный принцип, десятина, упирается в концепции закона. Если мы придем к концепции благодати, Благодати мы даем потому, что мы получили, а в законе мы даем для того, чтобы получить. Закон требует, а благодать дает на самом деле. Поэтому концепция закона и благодати, она показывает, если ее разобрать конкретно, то вопрос десятина отпадает сам по себе. Поэтому не Иисус, не апостолы. Никто из апостолов ни разу, нигде не говорили о десятине. Если э, мы вернемся к тому, что Иисус говорил о десятине, то он не говорил как требование, тем более для нас это было сказано для иудеев, для тех, кто соблюдали закон, что они просто соблюдали одну часть закона, а не все соблюдали из закона. Поэтому это относится конкретно к ним, но не является требованием к церкви. Э, Думаю, что моя позиция была понятна. Самое главное, что я хотел сказать, это концепция законы благодати. Она и выстраивает понимание десятину давать, или давать то, что есть у тебя. Давайте из того, что есть у вас. И Новый Завет нигде не подразумевает давать десятую часть. Поэтому с позиции пастора, с позиции человека, который понимает, как важно финансирование служения в церкви. Я считаю, что именно даяние – это и есть отношение с Богом, а не десятина. Десятина – это просто требование, ты отдал, отчитался, и все. Но когда ты слушаешь Бога, и Бог тебе скажет иногда, просто отдай тому человеку, и это является отношение, когда ты слышишь Бога, а так просто ты себе посчитал на калькуляторе, отдал сколько надо, и меня не трогайте, я больше ничего не буду давать. Обычно это... Спасибо. Благодарим, Виктор, за представление вашей позиции. Готовится Виталий. Друзья, пожалуйста, пишите в комментариях. Ваши вопросы конкретные по существу к обоим участникам наших дебатов. Как вы знаете, вскоре будет этап, когда будет дано слово зрителю, поэтому мы надеемся от вас получить очень хорошие, взвешенные, подготовленные, может, каверзные вопросы. Виталий, пожалуйста, вам 15 минут. Виталий, вы очень-очень хорошо, все, все практически прекрасно. Единственное, микрофон вам нужно включить. И давайте мы таймер запустим сначала, пожалуйста. О, теперь должно быть. Пожалуйста. Благодарю, Олег, за приглашение. Благодарю, Виктор, за позицию. Благодарю зрителей. Моя позиция по вопросу актуальности 10 на сегодня основана на тексте апостольских писаний, традиционно называемых Новым Заветом. Прежде всего, на седьмой главе послания к евреям. Главный вопрос здесь – каково священство Нового Завета? В послании к евреям неоднократно утверждается, что Христос является священником по чину Мелхиседека. Вот несколько примеров. Пятая глава стихи с 5 по 10 так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему, ты сын мой, я ныне родил тебя. Как и в другом месте говорит, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Он в одни плоти своей сильным воплями со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, Однако страданиями навык послушанию и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по Чину Мелхиседека. Христос, согласно прочитанному, стал первосвященником во исполнении Божьего Слова из книги Псалтире, цитируется 109 глава, 4 стих: Клялся Господь, и не раскается Ты, священник во век по чину Мелхиседека. И этот тезис повторяется в послании к евреям несколько раз. В частности, вот 7 глава стихи с 20 по 26 говорит, «И как сие было не без клятвы, ибо те были священниками без клятвы, а сей с потому что о нем сказано «клялся Господь» и не раскается. Ты священник во по чину Милхиседека, то лучшего завета, то есть нового завета, поручителем садился Иисус». Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному, а сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее по всему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Так что сказано. Поскольку Божье обещание сопровождалось клятвой, этот завет лучший, это новый завет. Иисус пребывает священником вечно и всегда ходатайствует. И будучи первосвященником по чину Мухиседека, Иисус вознесся на небеса. О чем дальше говорится в 8 главе, в первых двух стихах. Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который восел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища и скини истиной, который воздвиг Господь, а не человек. Итак, Иисус Христос совершает служение на небесах в святилище, которое устроил Бог. Суммирую. Иисус Христос после своего земного служения, смерти и воскресения является священником в небесном святилище, неся служение по чину Мелхиседека. И потом появляется важный вопрос. Что же такое чин Мелхиседека? Сам термин «чин» является переводом греческого «таксис», этот термин используется в апостольских писаниях, в греческих священных книгах Библии шесть раз в послании к евреям и три раза до этого. То есть, подходя к посланию к евреям, читающий уже должен знать, что такое таксис. Давайте напомним – в первый раз это Евангелие от Луки, первая глава стихи 8 и 9 написано. Однажды, когда он, речь идет о Захарии, отце Иоанна Крестителя, он в порядке своей череды таксис служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения. Итак, чин – это описание того, в какой очередности и каким образом совершать служение в храме. Второй случай – это 1 Коринфянам 14, глава стихи 39 и 40. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить языками, только все должно быть благопристойно и чинно. Таксис. Чин – это правило организации служения, в данном случае в церкви. И в третий раз до послания к евреям этот термин используется в послании в Колосином во второй главе стихах 4 и 5, где написано «Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прелестил вас вкрадчивыми словами, ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство, таксис, и твердость веры вашей во Христа». Итак, чин – это заданная система, форма, устройство. Правила служения Богу. Это не следствие, пришедшее кому-то в голову идеи, наития, блажи, хотения и так далее. Милхиседек это священник Бога Всевышнего. Соответственно, он получил этот чин от Бога. В чем же именно этот чин заключается? Давайте посмотрим, что рассказывает седьмая глава послания к евреям. Первые два стиха. «Ибо Милхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира». Первое, что обращает на себя внимание, это то, что в чине Мелхиседека было совмещение функций царя и Священника. В священстве по чину Мелхиседека можно быть и царем, и священником одновременно. В священстве по чину Аарона эти функции разделены. Цари были из колена Иуды, священнослужители из колена Левия. А Иисус по чину Мелхиседека является и царем, и священником. Это первое. Второе. Третий стих седьмой главы послания к евреям говорит «Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляя Сыну Божию, пребывает священником навсегда». Поднимается вопрос происхождения, родословия. Чуть дальше в шестом стихе этой седьмой главы написано «Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование». Снова подчеркивается «не происходящий от рода их» далее стихи 13-14, ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику, ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства, вновь не принадлежал к этому колену, то есть в священстве подчину Мелхиседека не имеет значения происхождения, в отличие от священства подчину чину Аарона. Иисус не из колена Левия, он из колена Иуды, но является первосвященником. Это второй момент, описывающий, что такое чин Милхиседека. И третье, что в седьмой главе послания к евреям описывается, это параметры служения в этом чине. Давайте вспомним, как это было. Книга Бытие, 14 глава, 18 стих. Какие действия описаны? И Милхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. Это уникальный случай. Никакой иной священник Никогда никому не давал Хлеб и вино Однако то же самое делает Иисус Христос Евангелие от Матфея, 26 глава стихи 26 по 28 И когда они ели, Иисус взял хлеб И благословив, преломил И раздавая ученикам, сказал Примите, едитесь ей из тела мое И взяв чашу, и благодарив, подал им И сказал, пейте из нее все Ибо сие есть кровь Моя Нового Завета За многих изливаемая во оставление грехов Милхиседек и Иисус Христос дают хлеб и вино. Это часть их чина. Еще один элемент касательно служения. «Ибо Милхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его». Он благословляет, у него есть власть и право благословлять. То же самое находим в описании Иисуса. Евангелие от Луки, 24 глава, стихи 50 и 51. «И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их и когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Еще один элемент. Шестой стих седьмой главы послания к евреям. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетования. В чине Мелхиседека, как видим, присутствует десятина. И далее уточняется в восьмом стихе седьмой главы послания к евреям. И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющий о себе свидетельство, что он живет? Кто берет десятины? Кто имеет о себе свидетельство, что он живет? Есть только один ответ на этот вопрос, чуть ниже, в 7 главе стихи с 15 по 17. Это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной, который не таков по закону заповеди Плотской, но по силе жизни непрестающий, ибо засвидетельствована. Ты, священник вовек по чину Мелхиседека. То есть, имеющий о себе свидетельство, что Он живет, это Иисус Христос, ибо засвидетельствована. То есть Иисус, будучи священником по чину Мехиседека, берет десятины. И тут же появляется вопрос, как Христос это делает, находясь на небе, в небесном святилище? Ответ – так, как Бог делал всегда. В книге числа 18 главе 24 стихе читаем. «Так как десятину сынов Израилевых, которую они приносят в возношении Господу». Обратите внимание, не левитам, не священникам, а они приносят Господу. «Я, – говорит Господь, – отдаю себе левитам в удел». То есть Иисус берет десятину так, как это было всегда. Иисус же затем отдает десятину своим служителям. Каким служителям? У нас есть пророчество из книги пророка Исаии, 66 глава, стихи 18-21. «Ибо я знаю деяния их и мысли их, и вот приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу мою. Из них, из этих всех народов и языков, буду брать также в священники и левиты, говорит Господь». В эпоху Нового Завета, когда действует Чин Милхисидека, исполнилось это пророчество о том, что левиты и священники будут из разных народов. В частности, вот об одном из них можно упомянуть: послание Римлянам, 15, глава, стихи 15 и 16. Написал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти, как бы в напоминании вам, по данной мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовествования Божия сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. Апостол Павел совершал служение священнодействия. Более того, вот это слово, которое у нас переведено как служителем, в оригинале это греческое лейтургос, это то же самое слово, которое в 8 главе послания евреям, во втором стихе, переведено так: и есть священнодействователь лейтургос святилище и скини истины, которое воздвиг Господь, а не человек. То есть тот же самый термин, который используется для обозначения Иисуса Христа в качестве священнодействователя, используется для обозначения апостола Павла. Он священнодействователь, и не только он один. Итак, мы находим, что в вопросе десятины чин Милхиседека и чин Аарона совпадает. Вывод. В эпоху Нового Завета действует священство по чину Милхиседека. Служителями являются представители всех народов, призываемых Господом. Способом их финансирования является десятина. Это моя позиция. Спасибо, Виталий. Оставалось еще три минуты. С таким серьезным напором мы услышали всю эту информацию, но надеюсь, мы все слушали внимательно, они читали чат постоянно и услышали все, что было необходимо. Благодарим, Виталий. Благодарим. Три минуты у нас никуда не переносятся эти, но у нас будет время больше обсудить вопросы. Итак, друзья, наши дорогие зрители, я еще раз напоминаю, пожалуйста, пишите ваши вопросы моим участникам для этапа слова зрителю. Также те, кто подключились сейчас, мы вас приветствуем. Поставьте этому видео сейчас лайк для того, чтобы нас видело больше людей. Итак, мы услышали две разных позиции, и сейчас этап дополнения. Каждая из сторон может дополнить свою позицию, учитывая аргументы оппонента. Виктор, пожалуйста, у вас 10 минут. Да, спасибо, спасибо Виталий за вашу позицию. Спасибо, что вы открыты говорите об этом. Я не знаю, предполагает ли формат дебатов комментировать, допустим, те тексты, которые уже сказал мой оппонент. Но я бы хотел подметить, допустим, потому что от этого тоже строится наша позиция, что мы видим в этих текстах, которые э, сказал Виталий. Например, послание евреям 7 глава, ну, с 1 по 15 стих, э, это вообще не о десятине. Здесь говорится о преимуществе чина Мелхиседека над чином Арона. Это вообще не про десятину, просто показывается, что эти брали десятину, потому что они выше всех своих братьев, они это важный чин, вот священники. Но сам Авраам дал этому Мелхиседеку, дал десятину. И поэтому здесь просто упоминается десятина не потому, что ее нужно давать сегодня в Новом Завете, а здесь упоминается десятина как преимущество священства, а не как повеление и как правило. Это первое. Второе. Восьмой стих. «И здесь десятины берут люди смертные, а там, имеющие о себе свидетельство, что он живет». Как бы здесь как бы направление такое, что «а там», то есть типа на небе Иисус берет десятины. Но это тоже не так. Можно посмотреть все другие переводы, можно посмотреть греческие, но даже читая контекст, понятно, что речь идет о, о То есть, когда писалось послание евреям, храм еще существовал, еще приносили десятины, это еще было в Израиле. И здесь десятины берут вот здесь сейчас у евреев, здесь десятины берут люди смертные, которые умирают, а там, имеющие свидетельство, выше говорится, без отца, без матери, без родословия, не имеющие начала дней, не конца жизни, кто? Мелхосидек, уподобляя Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Речь идет о мелкосидеке. Поэтому в 8 стихе говорится, а там, имеющий о себе свидетельство, он живет. А там, имеющий о себе свидетельство, речь идет о Мелхиседеке. Мелхиседек принял десятину, а не Иисус Христос сегодня принимает десятину. Иначе это просто какая-то вот формальность непонятная. Иисус берет десятины, и Он их отдает. Как? Мы их отправляем на небо? Да нет, мы же приносим просто деньги в церкви. Вообще Иисус Христос на земле не брал десятины. Никогда. Он не относился к Левитскому роду, и он, потому что Левитам только принадлежала десятина. Он не брал десятины. Иисус Христос жил на пожертвование, об этом можно говорить. И он учил учеников своих. Вот, когда вы пойдете вот так и поступайте. Поэтому Иисус Христос не берет десятины сегодня. И когда мы говорим, что мы приносим Иисусу Христу десятины, это, ну, я скажу, мягко выражаясь, что это притянутая идея вот к этим местам. Второе место, которое также Виталий сказал, это Исаия 66 глава, о том, что потом соберут из разных народов священник, э, э, из разных народов людей соберут, приведут их в Иерусалим, и из них возьмут в левиты и в священники. Сейчас, я сейчас процитирую. Э, это ши, ш, если я, да, 66 глава. 20 стих: да, и представят всех братьев ваших от всех народов в дар Господу, представят всех братьев ваших они а разных людей. От всех народов соберут ваших братьев в дар Господу. На конях и колесницах, и на носилках, и на мулах и на быстрых верблюдах на святую гору мою в Иерусалим, говорит Господь, подобно тому, как сыны Израиля приносят дар. В дом Господа в чистом сосуде. Вот так вот принесут братьев наших из всех народов, и из них будут брать также и священники, и левиты, говорит Господь. То есть можно интерпретировать так, как интерпретирует Виталий. Но я вижу, я думаю, что многие тоже могут это увидеть, что речь идет о о братьях, которых приведут из разных народов, и из этих же братьев многие будут также и священниками, и левитами. Но не в том смысле, что сегодня мы все народы тоже левиты и священники. Но хорошо, левитый священник это кто? Пастор на сцене? Если левитый священник, тогда все в церкви. Тогда с позиции десятины имеют право не десятину все, в сидящие в зале церкви, все народы. Кому давать десятину, кто левит? Это тот, кто на сцене? А если он левит, то тогда много вопросов появляется. Поэтому я считаю, что такая позиция о том вообще о чине Мелхиседека: весь все послание евреям э, и, и все тексты Писания говорят о преимуществе над тем. Поэтому дальше написано: переменой священства, переменой закона нет того закона, которое мы говорим о десятине, но это левитский закон, а не мелхиседекский закон. Поэтому с перемена священства, и вообще Иисус просто по чину мелхиседека, другой, то есть это правда, что он и священник, и он и, и царь, это правда, да, это действительно в этом смысле. Но вот здесь не говорится, вот эта позиция о том, что вот это основание нам давать десятину, потому что Иисус Христос сегодня берет десятины. Ну, я вижу, что это не так по посланию евреям, седьмая глава. Думаю, что, в принципе, я тоже закончу пораньше, сказав свое мнение на этот счет. Спасибо. Благодарим, Виктор. Виталий, пожалуйста, у вас 10 минут. Вот в рамках этой секции я хотел бы обратить внимание на два очень важных момента, которые очень часто упускаются из виду. И это помогает дополнить картину, которую я представил ранее. Многие полагают, что десятина финансировала служение в храме. Соответственно, делается вывод, коль скоро храма в Иерусалиме больше нет, десятина больше не нужна. Здесь важно сказать следующее. Во-первых, в священстве по чину Мелхисидека храм не упоминается вовсе. Следовательно, этот аргумент не имеет отношения к теме новозаветного финансирования. Во-вторых, даже в священстве Аарона десятина практически не финансировала служение в храме. Давайте вспомним, как это было. В Второзаконе, 33, глава, 10 стих. Речь идет о колене Левия, и написано: Они учат законам Твоим, Иакова, и заповедям Твоим Израиля, возлагают курение пред лицо Твое и всесожжение на жертвенник Твой. Описано два вида деятельности: первое обучение воли Божьей и второе служение во святилище. Каким было соотношение вот этих двух видов деятельности? Ответ находим в первой книге Паралипоменон, 24 главе, стихи 1, 3, 7, 18, 19. И вот распределение сыновей Аароновых. И распределил их Давид. Садока и сыновей Елиазара, и Ахимелеха и сыновей Фамара поочередно на службу их. И вышел первый жребий Игоря Ариву, второй Еда, и дальше идет список, Теперь 23-й Далаи, 24-й Маазии. Вот порядок их, прислужение их, как им приходить в Дом Господень по уставу их через Аарона, Отца их, как заповедал ему Господь Бог Израиль. То есть мы находим, что эта система существовала еще со дней Аарона. И вот во времена Давида они были перераспределены, потому что были новые люди, новые фамилии, новые лица. Так вот, было 24 священских череды и 24 левитских череды которые совершали служение по очереди. В году у нас 50 с небольшим недель, в зависимости от того, високосно это или нет. То есть получается, что в храме непосредственно в святилище колено Левия, отдельно взятый левит и священник, служил только лишь две недели в году. Вопрос, чем же он занимался все остальное время, за что он получал десятину? Ответ мы уже знаем они учат законам твоим и заповедям твоим. Например, книга про Камалахи, 2 глава 7 стих говорит, «Ибо уста священника должны хранить ведение, и законы ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». Десятина финансировала обучение, духовное просвещение, и только лишь две недели в году эти люди занимались церемониалом. Что произошло в эпоху Нового Завета? В эпоху Нового Завета в священстве по чину Мелхиседека служение во святилище осуществляет Иисус Христос в небесном святилище и иные небесные служители. Об этом можно прочесть в книге Откровения в первой главе, стихи 12-13. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченного в падир и по персям поясанного золотым поясом». То есть он представлен во святом, где э, семисвешник стоит, семь светильников. Он облечен в одежду священника. Далее в 5 главе стихи с 8 по 10. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песню, говоря, достоин ты снять, взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Бога из всякого колено и языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Это картина у Божьего престола, это картина в небесном святилище. Упоминаются 24 старца, в подлиннике 24 старейшины. Это соответствует 24 чередам священников и левитов. Им там на небе содержание не нужно. Ни Иисусу не нужно десятину получать, ни этим служителям, потому что они находятся у источника жизни, у Божьего престола. А вот священодействие благовествования, которое на земле по-прежнему церкви поручено, оно доселе существует, в нем есть нужда, и Господь поручил это левитам и священникам из разных народов, как я ранее уже упоминал, например, послание в Ефес, 4 глава, стихи 11-12, и он поставил, одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Им содержание по-прежнему нужно. И они, согласно чину Мелхиседека, они живут на десятину. Очень интересно отметить, что в Мишне, Мишна – это документ, появившийся в среди иудаизма, около 200 -го года нашей эры, в разделе Моэд, трактат Шкалим 8.8 написано. Правила о сиклях и первинах соблюдаются только при существовании храма, а правила о десятине соблюдаются как при существовании храма, так и в отсутствии его. То есть народ Божий понимал, что есть ли храм или нет, коль скоро главное служение Калина Левия – это духовное просвещение, в нем всегда есть нужда. Точно так же этот документ понимали Точно так же этот вопрос понимали и ранние христиане. Есть известный документ, который называется Дедаха. Это документ, написанный в конце первого-начале второго века, и имел колоссальный авторитет в ранней церкви. Так вот, там в 13 главе говорится, в частности, «А всякий истинный пророк, желающий поселиться у вас, достоин своего пропитания». Точно так же истинный учитель, и он достоин, как трудящийся, своего пропитания. Поэтому всякий начаток от произведений точила и гумна, а также волов и овец, взяв его, ты должен отдать начаток этот пророкам, ибо, внимание, ибо они ваши первосвященники. То есть термин, который использовал апостол Павел для описания себя и некоторых иных своих сотрудников, а именно священнодействователь. В ранней христианской церкви Пророки и учителя назывались священниками и имели право на содержание. То есть пророчество Исаии на самом деле исполнилось, и эти люди жили на десятину. Второй вопрос, который я хотел бы поднять вот в этом разделе дополнения, это вопрос мотивации, потому что здесь тоже часто существует неразбериха. Во втором послании к Коринфянам в 9 главе в 7 стихе говорится, «Каждый уделяет по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброход дающего любит Бог». Многим кажется, что апостол Павел здесь вводит новые, новозаветные параметры материального служения. То есть, дескать, там было в Ветхом Завете с принуждением и так далее. То есть, будь то бы тот же, скажем, Авраам или кто-нибудь другой, он с принуждением давал. А тут доброхотно. На самом деле, преследование исследовании оказывается, что апостол Павел здесь просто-напросто цитирует Тору. Он просто цитирует пятикнижки. Божьи заповеди. Например, книга Исход, 25 глава стихи с 1 по 3 и 8. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилю, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне». Вот приношение, которые вы должны принимать от них золото, серебро и медь, и устроить они мне святилище, и буду обитать посреди их. Вопрос, это должно или у кого будет усердие? Святилище нужно было построить или если только захотят? ответ и то, и другое. То есть понятие долга и понятие состояния, в котором ты отдаешь или даешь, или жертвуешь, это не противоречивые понятия. Еще, например, в 35 главе книги «Исход» стихи 21, 22, 26, 29 пошло все общество сынов Израиля от Моисея, и приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух и приносили по расположению сердца, кто только хотел и так далее, и так далее. многократно повторяется. То же самое мы находим и в апостольских писаниях. 1 Тимофея 5, глава стихи 17 и 18. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и в учении, ибо Писание говорит, не заграждая рта у вала молотящего и трудящийся достойно награды своей. То есть и в ветхом, эпоху Ветхого Завета было должно и по влечению сердца. И в эпоху Нового Завета нужно должно и по влечению сердца. Здесь нет никакого противопоставления между Торой и апостолом Павлом. Но интересно вот что. 2 Коринфянам 9 глава, следующие два стиха, 8 и 9, говорят. «Боже, силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как написано». Цитата. «Расточил, раздал нищим, правда его пребывает век. Очень интересно задать вопрос, где написано. Ответ в 111-м псалме, 9 стих. «Он расточил, раздал нищим» и так далее. Кто это он? О каком человеке идет речь? Вот как он описывается. Аллилуйя! Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Он милует, взаймы дает. То есть это делает тот, кто исполняет Божьи заповеди. И к этому призваны христиане. Человек, который возвращает Господу десятину, Он милует, взаймы дает, он может все расточить. Это его право, это его выбор. Здесь вновь нет никакого противопоставления. Христиан, апостол Павел приглашает к тому же, что описано в 111 главе книги Псалтире. Спасибо, Виталий. Так, друзья, мы прошли второй этап и будем плавно переходить к этапу тезисов, где каждый из участников сможет коротко за три минуты подчеркнуть сильные стороны своей позиции и, по его мнению, слабые стороны позиции оппонента. Напоминаю еще раз, на это у каждого будет по три минуты. Дорогие зрители, можете еще постараться дописать. Ваши вопросы. В принципе, в этот раз вопросы а, поднакопились у нас. А, поэтому я думаю, что уже будет с чего выбрать. Хотя, конечно, хотелось бы, честно говоря, немножечко большего разнообразия. А, чтобы разрядить обстановку, и чтобы вы понимали, что я действительно читаю комментарии. Ирина, привет. Ну, а теперь давайте будем. Переходить к э, тезисам, пожалуйста, Виктор, три минуты. Это о том, в чем сильная сторона и слабая. Я может что-то пропустил? Да, да. Это сильная сторона своей позиции и слабая сторона позиции да. оппонента. Значит. Новый Завет, учение Иисуса Христа, учение апостолов говорит о даянии, о приношении и ни разу не упоминается о десятине, нигде, никогда. Поэтому строится отношение, человек дает из того, что он располагает в своем сердце и дает. Это является учением Нового Завета. Десятина – это является учением Ветхого Завета, и поэтому все, о чем, вообще все учение о десятине, а нужно ссылаться на Тору и на закон. Это еще один вопрос, что касается вообще не только десятины. Если мы берем то, десятину из Торы, из закона, из Ветхого Завета, тогда нам нужно взять все. Апостол Павел сказал, что проклят всяк, кто не исполняет постоянно и всего, что написано в книге закона. Если мы взяли десятину, тогда нужно взять вопрос, например, одежды. Можно проверить бирочку на своих футболках, на рубашке, на костюме. Там должно быть стопроцентное. Это тоже по Торе. Если мы учим от десятини из Торы, тогда мы должны учить о всех, об одежде, об еде, о всем, что чисто, что не чисто и тому подобное. То есть ничего не пропустить. Книга Малахия, там, где заканчивается про дестину, заканчивается так. Помни закон Моисея, раба моего, равно, как правило и уставы. Нельзя отделить закон там в какую-то часть из закона. Поэтому я считаю, что учение Нового Завета говорит о благодати, о том, что Бог сделал для нас – и как Он отдал, отдал своего Сына, поэтому мы отдаем из того, что мы любим, и, и у нас есть расположение сердца, а не потому, что где-то написано и от нас требуется. Мы сегодня учимся Духом Святым, а не Торой, не учением. Давайте посмотрим здесь. Дух Святой научает, наставляет человека, и Он дает ему расположение, чтобы давать. Поэтому я уверен, я видел в своей жизни, что люди, давая десятину, это было меньше, но когда мы отменили десятину в нашей церкви, приношение начало больше. Мы учили о добровольном даянии, никакого принуждения, никакого огорчения. Поэтому Новый Завет имеет преимущество над Ветхим Заветом. Я считаю, что вопрос закона и благодати – это ключевой момент и в даянии, и в приношении. Это является главным. Спасибо за внимание. Благодарим. Виталий. Пожалуйста, ваш черед. Три минуты. Я полагаю, что сильными сторонами моей позиции является то, что я иду строго по тексту апостольских писаний. Я не обращаюсь к Торе, я не обращаюсь к закону в рамках этой дискуссии, чтобы, э, исходя из требований оттуда, э, насадить или учредить этот принцип. Я иду строго по тексту. Иисус Христос является первосвященником по чину Мелхиседека. В этом чине есть десятина. Те, кто осуществляет церемониальную составляющую служения священников, сам Иисус и 24 старца, они делают это в небесном святилище и в десятине не нуждаются. Однако священодействователи благовествования на земле в десятине нуждаются. Эти левитые священники призываются из разных народов. Иисус Христос получает десятину и отдает ее своим служителям на земле. Эта позиция подтверждается и историческими данными. И в иудаизме, и в раннем христианстве служители считались священством, получали содержание церкви вне зависимости от того, был храм или нет. В чем я согласен с Виктором? В том, что основой всего являются взаимоотношения с Богом и принятие Его любви. Десятина – это мой отклик на Божье благословение. Это не попытка заработать Божье благословение. Именно так это постулируется в тексте Торы. Говорится, поскольку Бог благословил тебя, то отдели десятину. Давать нужно не с ограничением и не с принуждением, а доброхотно. Недостатки, слабые стороны пози позиции Виктора в том, что э, есть э, недостаточное знание системы десятины в Торе. Как следствие, надуманное противопоставление Торы и Евангелия. Это заставляет Виктора, в частности, менять текст Священного Писания. Евреям 7:8 говорит о том, о чем он говорит. Синодальный перевод точно соответствует подлиннику. И единственный, о ком засвидетельствовано, кто имеет свидетельство о том, что он живет, это Иисус Христос. О Милхисидеке такого нигде не сказано. И попытка это не принять является искажением текста. А это, в свою очередь, исходит из предпосылок о неправильном, необоснованном по Библии противопоставлении закона и благодати. Термин «благодать» в первый раз появляется в Священном Писании в самом начале. Некто обрел благодать у Господа. Кому интересно, есть э, у меня семинар на эту тему гораздо более подробный. Вот так кратко э, сильные стороны, которые я вижу в своей позиции, и слабые стороны, которые вижу у Виктора. Спасибо обоим участникам. Друзья, динамично достаточно мы идем. Даже у нас остается еще время а на озвучивание дополнительных каких-то комментариев от зрителей. Было бы что озвучивать, конечно. Все-таки как не просто порой с нами верующими. Слава богу, что это не обо всех. Друзья, давайте больше слушать, чем писать неразумных вещей в чате. Итак. Переходим к интереснейшему блоку наших дебатов. Это вопросы, вопросы друг другу. Я напоминаю, что по базовым правилам у нас есть возможность задать по 5 вопросов каждому из участников, но есть дополнение к правилам. Вы можете взять комментарий ответа оппонента, пожертвовав своим следующим вопросом. После каждого э, ответа я буду переспрашивать э, у оппонента, готовы ли взять комментарий, либо же все-таки будет задавать следующий вопрос. Итак, пожалуйста, здесь есть возможность выбрать, кто бы хотел задать вопрос первым. Если не принципиально, озвучу я. Так и знал. Хорошо, тогда, э, Виктор, задавайте вопрос первый. Один вопрос, один ответ. Все так. Да, хорошо. Вопрос к Виталию. Вы сегодня ассоциируете себя с левитом или священником, потому что вы озвучивали и то и то. Если, ну, касательно вопроса десятины, это тоже важно. Если вы левит то левиты давали десятину. Если вы священник, то священники не давали десятину. Если говоря о том, что по Новому Завету Христос нас сделал царями и священниками, а вопрос: вы даете десятину и ассоциируете себя с левитами, священниками или и то, и то? Потому что озвучивали и то, и то, и было сложно понять, где вы себя ассоциируете. Спасибо. Благодарим, Виктора, за хорошо сформулированный вопрос. Виталий, пожалуйста, на, перв... на ответ на первый вопрос пять минут. Благодарю за вопрос. Он поднимает одну важную составляющую э, всех этих э, дебатов о десятине. Э, коль скоро я не исходил из текста Торы, говоря о нормативности десятины в эпоху Нового Завета, то в чине Мелхиседека мы ничего не найдем о разнице между священниками, левитами и так далее. То есть, чтобы мне сейчас отвечать на вопрос, кто я, левит или священник, для этого нужно удостовериться или предполагать тождество между форматом десятины в чине Мелхиседека и форматом десятины в чине Аарона. А этот вопрос мы сегодня не обсуждали, потому что он а, отдельный и на него нужно отдельное время. Что для меня очевидно из текста священного писания, это то, что Бог нуждается в своих свидетелях. И а, эти свидетели, как Виктор и упомянул, они должны быть на содержании. Об этом говорил Иисус, об этом писал Павел. И, и этот принцип есть и в священстве Мелхиседека, и в священстве по чину Аарона. Это общий принцип. Теперь а, я лично отдаю Господу десятину, благодарю Господа за это откровение в моей жизни. Я получаю от Господа массу благословений начиная с вечной жизни, которую Он мне дал во Христе Иисусе, продолжая благословениями в личной жизни, в финансах, во всех сферах бытия. И потому я радуюсь тому, что я могу выразить Богу свою признательность вот хотя бы таким вот минимальным, минимальным способом. Я радуюсь тому, что на мою десятину миссионеры совершают служение благовествования в разных странах, где не слышали о Господе. Церковь, которой я принадлежу всемирная, и система финансирования там выстроена по Божьим заповедям. К сожалению, многие церкви, взяв на себя десятину как принцип финансирования, они не удосужились выяснить, каковы Божьи заповеди ее использования. Ответственность здесь не только на уровне отделения святыни, а, а также и на уровне использования святыни. И потому-то многое не получается, что люди просто в неведении. Они ни по первому вопросу не имеют ясности, ни по второму. И у нас сейчас нет времени, чтобы эту ясность внести, но одно важно, может быть, сказать. Вот что написано в книге Второзакония об одном из этих вот божьих принципов. Второзаконие, 18 глава, стихи 6 по 8. «Если левит придет из одного из жилищ твоих из всей земли сынов Израилевых, где он жил, и придет по желанию души своей на место, которое изберет Господь и будет служить во имя Господа Бога своего, как и все братья его левиты, предстоящие пред Господом, то, вот восьмой стих, пусть они пользуются одинаковой частью. Оплата служения у всех служителей должна быть одинаковой. А ситуация, при которой у какого-то пастора мега-церкви у него в миллионах исчисляется зарплата, а часов у него в сутках все равно 24, как и там, где у пастора всего человек 50 или 70. Абсолютно неверно, несправедливо ни по Божьим, ни по человеческим законам. И это то многих и возмущает. То есть служение священников описано, служение левитов описано. Если заниматься исследованием Божьей модели финансирования, то на все эти вопросы есть ответ но это не тема наших сегодняшних дебатов благодарю виталий за ответ виктор хотите взять две минуты на комментарии пожертвовал следующим вопросом хорошо я возьму возьму на комментарии да угу, пожалуйста. Ну, я не услышал э, внятного ответа э, по поводу, с кем вы себя ассоциируете. И вы сказали, что вы не ссылаетесь на, на Тору, но, но сегодня вы много оттуда цитируете. Вообще вопрос без десятина. Ну, если закрыть Ветхий Завет, то нельзя вообще ничего объяснить в Новом Завете. Вот Нет Ветхого Завета, поэтому все равно вы на Ветхий Завет ссылаетесь. Это первое. Второе, если вы даете десятину и берете десятину. То есть получается, вы дали десятину, потом с этой же десятины вы берете, тогда получается, вы уже не, 10%, не десятую, не десятину даете. Потому что вы же пользуетесь этой десятиной. Например, священник не давал десятины, он получал всю десятину. Левиты, они не брали с той десятины, которую давали священнику. Они брали десятую часть и пользовались, и вот их не заработ десятая часть. Поэтому, когда мы начнем копаться, вот сегодняшний формат десятины, он не соответствует Ветхозаветнему, нам нужно сделать все по Ветхому Завету, тогда можно говорить о десятине. Не лучше ли перейти все-таки на даяние и на том жить от благовествования, как учил апостол Павел, как учили апостолы, как жили апостолы, как Иисус жил и, и не, не, упоминать это слово десятины, которое на самом деле до конца его нельзя не понять, не исполнять, потому что опять начнется очень много-много вопросов. А кто получает десятину? А кто берет десятину? А почему только пастор? А пастор это священник? Нету священника сегодня. Мы все цари, мы царственное священство, поэтому вопрос очень сложный. Должен ли жить пастор от благовествования или, или вообще любой проповедник, да, соответственно, но это то, что люди дают. Богатые люди служили Иисусу, они также служили Павлу, также служат и нам, пасторам иногда люди дают и помогают. Спасибо. Спасибо, Виталий. Ой, спасибо, Виктор, прошу прощения. Обратил внимание на Виталий, он тоже Улыбался, видать, хотел как-то прокомментировать, но регламент пока что этого не позволяет. Кстати, друзья, как видите, мы пытаемся модернизировать, слышим ваши пожелания, предложения по формату наших дебатов. Продолжайте писать конкретное предложение. У нас есть идея, как еще их улучшить на ближайшее будущее. Но пока мы идем по уже озвученному регламенту. Итак... Пожалуйста, Виталий, у вас одна минута, чтобы задать первый вопрос Виктору. Виктор, вы сослались на 15 главу книги «Деяния апостолов», стихи 19-20, где написано «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленной крови, чтобы не делали другим того, чего не хотят себе». Считаете ли вы, что это весь список Божьей воли для язычников? Где здесь тема даяния, в принципе? Вы сказали, что давать нужно. Язычникам не нужно, исходя из этого списка. Не так ли? А если это не полный список, для чего вы его использовали, говоря о десятине? Почему бы его не использовать, говоря о даянии? Спасибо за вопрос, Виталий, Виктор. Пять минут. Спасибо, спасибо. Вопрос достаточно понятен. Теперь э, мой ответ. Значит, э, почему э, апостола об этом сказали? Потому что вопрос вот в чем стоял. Сейчас мы быстренько, я быстренько сейчас открою и мы посмотрим. Смотрите восстали, это у нас пятый стих, 15 главы, тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать, соблюдать закон Моисеев. Для этого дела собрались пресвитеры апостолы. Вопрос стоит, чтобы соблюдать закон Моисеев вообще, не просто обрезываться, но и обрезание – это как вход. Это как входной билет. А дальше нужно соблюдать весь закон Моисеев. Вот какой поднялся вопрос. Теперь апостолы выбрали, давай что-то, но из закона Моисеева возьмем. Здесь не говорилось вообще научить язычников, как жить и как жертвовать. Здесь не стоял вопрос. Здесь стоял вопрос из закона Моисеева. Так вот они взяли из закона Моисеева какие-то, и это назвали некоторое бремя мы, давайте посмотрим, они сказали, не возлагать на вас никакого бремени более всего необходимого. На данный момент необходимо было вот это возложить на них. Воздерживаться от удавлены, блуда и не делать ничего. И крови это вот воздерживаться, потому что вот давай мы это считаем, что у язычников могут быть перекосы. Давайте это вот маленькую часть возьмем из обсуждаемой темы. Поэтому, если бы вопрос стоял, что же для язычников истории дать, то вот что взята история. Но здесь не стоит учение целиком вообще для язычников. Мы посмотрим. Теперь учение апостолов в посланиях Павла, в Диане апостолов. Везде мы смотрим, когда касается тема вопроса вообще финансирования, никогда, ни один раз не упоминалась десятина. Никогда. Она столько раз описана в Торе, и так важно, но она никогда не упоминалась. Вопрос не, не потому, что не нужны деньги. Люди, если посмотреть на Первую Церковь, они давали десятину, они продавали имение и давали. И это было доброходное даяние. Они давали так, как это на самом деле предполагает Новый Завет. Люди делали это с желанием сердца. Их никто не заставлял. И нигде не упоминается десятина. Потому что если говорить о десятине, то десятину... Ну, это слово... Мы, где видим финансы, всегда говорим десятины и приношения. И, кстати, там, где вы говорили о том, что добровольно в истории написано, там было написано о приношении. Но почему-то у нас приношение с десятиной синоним, но десятина это не приношение. Приношение это сверх десятины. Даяние это сверх десятины. Десятина это четкая определенная цифра. А что сверху? Это приношение даяния. Вот приношение даяния это было и в Ветхом Завете добровольно, и в Новом Завете является приношение даяния. Десятина это просто вообще это 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 заповедь, это, потому что когда существовал храм в Израиле, десятина была как 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 налог, поэтому вот вот как у нас сегодня госслужащие для этого есть налог. И э, люди, все, работая, платят госслужащим, а госслужащие э, получают с этого зарплату. На это живут вот была десятина. Э, что касается, ну, в принципе, я думаю, что я ответил на ваш вопрос: почему в «Деянии апостолов не упоминается про даяние или про пожертвование или про еще какие-то проводные крещения, или еще что-то, вопрос стоял в том еще раз соблюдать ли весь закон Моисеев. И из Торы, из закона Моисеева, выбрали вот это необходимое, могли бы сказать, и приносить десятину. Было бы абсолютно понятно, что было в Торе. Но они об этом не говорили. Спасибо. Благодарим, Виктор. Виталий, возьмете ли комментарий на ответ? пожертвовал следующим вопросом? Да. Пожалуйста, две минуты. В Торе говорится и о приношениях также. И если, как вы говорите, там стояла задача выбрать из всей Торы только то, что остается для язычников, то о приношениях нужно было упомянуть. Именно доброходно, как это было прописано в книге «Исход» и так далее. Но здесь это не упомянуто. И причина вот какая, дорогие. Причина заключается в том, что это не весь список того, что Господь ожидает от язычников. Написано так, 19 стих, 15 главы книги Деяния апостолов. «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников». Не обращенных, а обращающихся. Это совершенно иная форма слова в подлиннике. То есть речь идет о том, каковы минимальные требования на этом первом этапе. А дальше написано так – написать им сделать то, 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 ибо, 21 стих, написать им так, потому что закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Какова взаимосвязь решения Иерусалимского собора с обоснованием этого решения? Они говорят, обращающихся мы приглашаем к этому, потому что все остальное, все, что касается закона и так далее, они узнают каждую субботу в синагогах, где читается закон Моисеев. Если мы зададим вопрос, где христиане собирались первые, то ответ в синагогах. Куда апостол Павел шел искать верующих в Иисуса? Более того, в послании Иакова, в послании к евреям и, и так далее, места богослужения первых христиан называются синагоге. То есть причина этого списка вот какова. Это начальный, а все остальное узнают, как жить и так далее позже. Благодарим. Итак, каждый из участников уже задал по одному вопросу, пожертвовав вторым. Поэтому сейчас, Виктор, у вас есть возможность задать свой третий вопрос. Пожалуйста, 40 секунд. У меня почти нет вопросов. Я просто мог бы комментировать дальше. К сожалению, да, формат не позволяет. Да. То есть, если да. вопрос есть, его нужно задать. Если его нет, тогда нужно слушать вопрос. Да, я послушаю вопрос. У меня нет вопросов больше. Понятно. Хорошо. А, Виталий, тогда у вас есть возможность задать свой третий вопрос э, Виктору. Можно начинать? Да, да, можно. О, прошу прощения. В послании к римлянам в 13 главе, на которую, Виктор, вы сослались, в стихах с 5 по 7 написано: И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для чего вы и подать и платите, ибо они божьи служители, сим самые постоянно заняты. И так отдавайте всякому должно, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Вопрос. Принимаете ли вы эту божью заповедь? Написано «надобно». Вы налоги платите с принуждением или доброхотно? Спасибо. Плачу ли вопрос. я налоги? Виктор, да. Виктор, да, пожалуйста. Так, это три минуты. Три минуты у нас на ответ. Это третий вопрос. Плачу ли я налоги? Да. А, является ли это желанием доброкотным, когда приходит ну, огромную сумму платить? А, думаю, что каждый человек не очень хочет, но надо. Потому что если бы дали возможность любому человеку, даже вам, я думаю, если бы сказали, можете не платить, вы бы все равно сказали, нет, я обязательно заплачу. В Америке иногда приходят там по несколько сотен тысяч налоги заплатить. И это достаточно много денег. Если бы сказать человеку, не нужно платить налоги, он сказал, нет, я по заповеди Божьей обязательно заплачу. Я не думаю, что в этом случае кто-то будет все равно платить, если бы это, потому что, ну, я обязательно заплачу, неважно. Желание, э -э огромного желания платить налог, понимая, что надо заплатить, но когда это ну, большая сумма, и когда это достаточно сложно сейчас найти, это не так все легко и не так очень хочется. Иногда люди, и христиане в том числе, они ищут возможности, как меньше заплатить налогов. И это правда. Что касается даяния, люди не ищут, как меньше дать. Люди просто дают, потому что у них есть расположение сердца, и вот именно это принимается Богом. А там ты хочешь, не хочешь, ты будешь это делать. Не всегда. Иногда ты спешишь. Хочешь, не хочешь, ты едешь по спидлимиту, но вообще, если бы не было бы этого спидлимита, ты бы ехал быстрее. Поэтому вот соблюдать определенные правила даже в государстве не всегда с радостью или охотно ты это делаешь. Просто надо, но если бы не было вот этого, ты бы по-другому повелся. Здесь вот я думаю, что вот так, я думаю, что касается налогов, и даяние или желание доброхотно давать налоги. Честно, вся аудитория, которая нас смотрит, ни у кого, ну, может быть, есть, но я не знаю, но ну, большая часть людей должны честно признаться, что нету добровольного такого желания на самом деле платить налоги. Надо, значит, надо. Таков закон. Иногда они несправедливые, но надо. Надо, мы платим. Спасибо. Спасибо. Виталий, у вас есть последняя возможность прокомментировать ответ Виктора, если хотите пожертвовать следующим вопросом. Спасибо, мне ответ понятен. Хм. Благодарю. Виктор, у вас, возможно, созрел все-таки какой-то еще вопрос или пока что вы будете слушать еще два вопроса от Виталия? Да, я бы больше комментировал, но если нет такой возможности... Да, Пока что она не предусмотрена. Вскоре, друзья, маленький сделаю спойлер, вскоре у нас есть такая идея сделать очень интересный блог вместо одного из. Там будет больше возможностей более динамично высказать мнение, комментарии, мнение, комментарии, но чуть-чуть погодите. Пока что у нас все по регламенту. Виталий, тогда четвертый ваш вопрос Виктору. послании к евреям в 10 главе, в стихах 15-16 написано «О чем свидетельствует нам и Дух Святый, ибо сказано, вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мыслях их, и в мыслях в сердца их, и в мыслях их напишу их». Это цитата из 31 главы книги пророка Иеремии, где говорится о Новом Завете. Вопрос. Виктор, позволили ли вы Святому Духу записать в вашем сердце и разуме Божьи заповеди. Вошли ли вы таким образом в Новый Завет? Спасибо. Спасибо за вопрос. Я могу отвечать? Да, да, пожалуйста. Да, спасибо. Ну, как я предполагал, что тема вопроса ну, десятина, она... Больше связано с законами благодатью, поэтому я тоже такие вопросы многие задавал, но не буду задавать в этой программе. Но что касается этого вопроса, значит, есть два закона: один духа жизни во Христе Иисусе, а один закон Моисеев. Закон Моисеев – это смертоносные буквы, начертанные на камнях. Закон Моисеев приносит смерть на самом деле. А закон – это два слова. Это как закон аэродинамики и закон гравитации. И то, и то закон. Но одно исключает другое. Поэтому, когда мы читаем закон, написанный в сердцах ваших, мы почему-то автоматически считаем весь Ветхий Завет, все, что было сказано Моисею, всю Тору, 10 заповедей. Хотя их нельзя отделить, это 613 записано в моем сердце. Поэтому я должен все соблюдать. Но, на самом деле, очень точно Новый Завет распределяет закон во Христе Иисусе. Это закон любви. За любовь есть исполнение закона. Поэтому Бог возлюбил нас, и в нас родилась Его любовь. Поэтому вот эта любовь Бога и есть закон. Это выше закона того, потому что тот закон просто требовал. Законом Моисеевым познается грех. А вот законом Божьим, законом Духа Святого познается Бог. Мы познали Бога благодаря Его любви. Вот это и есть закон духа жизни. Поэтому, если вы вкладываете в этот смысл, что в Новом Завете будут написаны все заповеди из Ветхого Завета в наших сердцах, и мы будем исполнять, начинайте с одежды, если вы можете. Я могу вам такие вопросы задавать до бесконечности. Поэтому вот о чем идет речь в Новом Завете. Это закон духа жизни во Христе Иисусе. Он написан в сердцах Духом Святым. Благодарим, Виктор. Виталий, прокомментируйте или задайте последний вопрос. Пожалуй, задам вопрос. Пожалуйста. 20 секунд на вопрос. В Послании к римлянам, 7 главе, в первом стихе написано. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающему закону, что закон имеет власть над человеком, пока он жив?» Как видим, апостол обращался к знающим закону. Виктор, входите ли вы в эту категорию? И, соответственно, насколько хорошо вы в состоянии понимать Равина, апостола Павла, который писал знающим закон. На последний ответ у нас одна минута, Виктор, пожалуйста. Да, я знаю закон, и апостол Павел не предполагал, что римляне, послание, кому он адресовал, они знают всю Тору исключительно. Речь идет конкретно о законе замужестве, который Павел здесь упоминает. И он говорит о знающем закон и сразу начинает, что замужняя женщина, вот, так и мы, он дальше говорит, умерли для закона, которым были связаны. Мы освободились от него, чтобы служить Богу в обновлении духа. Поэтому, если говорить о том, знаю ли я закон, или вообще должны ли все люди, все христиане знать закон, зачем нам закон, если мы умерли для него, чтобы служить Богу, и вообще даже не мы, это вообще евреи, он для них был. А мы вообще во Христе Иисусе? Причем закон Моисеев, Ветхий Завет к нам, какое имеет отношение к нам, христианам, которые во Христе Иисусе? Спасибо. Спасибо, Виктор. Спасибо, Виталий. Мы переходим к следующему этапу. Наконец-то мы добрались к Слову зрителей. Я бы хотел перед тем, как мы перейдем к комментариям, которые мы высветим на экран, высветить такой комментарий от Виктора Корева. Когда сам Олег на дебаты выйдет? Потрясающий вопрос. Друзья, да, как я уже озвучивал, порой очень хочется поучаствовать, особенно не просто, честно сказать, быть модератором порой, потому что хочется что-то добавить, что-то спросить, сказать, быть может. Но у нас есть запланированные дебаты, запланированная темой, где я должен выступить в виде исключения не как модератор, а как участник. Пока что я не скажу, кто это, но могу сказать, что это также блогер, и он из такой, из клана атеистов, у него очень много подписчиков, и он выставлял видео, которые опровергают, как бы по его мнению, опровергают а, и божественность священного писания, и воскресение Иисуса, вообще самого Иисуса дискредитирует по его фактам. Поэтому с этим человеком мы планируем дебаты, когда это будет, вы узнаете. Поэтому спасибо за вопрос. Так, ну а теперь возвращаемся к теме. А, спасибо, зрители, за ваши вопросы. А, ну, давайте мы первый зададим в этот раз. Жалко, нету фанфар, у нас интриги и все дела. А, давайте мы зададем, зададим первый вопрос. Так. Ну, пожалуйста. Вот этот. О, простите. Оп. А, не буду называть имя. Сложно его озвучить. Насколько я понял, это вопрос к Виктору. Десятина – это проверка сердца. Мы очень любим деньги, а тут проверяется, насколько мы любим деньги. Неужели больше Бога? Такой простенький, но хороший вопрос. Пожалуйста. Виктор, три минуты. О, две, прошу прощения. Три. Спасибо, Спасибо за вопрос. Десятина – это проверка сердца. Любим ли мы деньги или нет? А почему именно десятина? Проверка сердца. Даже любое даяние – это тоже проверка сердца. Опять же, у нас слово «десятина» ассоциируется почему-то с деньгами, почему-то с какими-то большими деньгами. Люди в Деянии Апостолов не давали, продавали все свое имение, давали деньги, приносили. Я знаю многих людей, которые очень много дают и жертвуют. Вообще все успешные люди дают и жертвуют. И этот принцип очень хороший. Это, это закон сеяния и жатвы. И много чего тут можно, может быть. Но когда мы говорим, именно вкладываем десятина, потому что если мы берем слово десятина, его надо взять целиком а не просто название 10 на 10, 10% ваших доходов. Откуда, сколько и, и, и... Уберите слово «десятина». Если говорить о финансировании, о финансах, конечно, деньги – это, да, где ваше сокровище, там или, да, где ваше сердце, там и ваше сокровище. В чем в прилагается ваше сердце? Поэтому люди, не, люди хотят жертвовать, для Бога, для, для доброго дела и люди это делают, и люди в церкви это делают, это все хорошо. Когда касается десятины, это же всегда вопрос, а кому десятина. Например, пастор Виталий, он особо не ответил, как он берет десятину там где дает оттуда берет у вот только он берет а почему не другие а почему не это а давать ли что такое и начинается много вопросов и мы придумываем новую схему ветхозаветнее движение десятины оттуда берем учим если говорить по допустим опять же пастор виталий говорит что он не затрагивает ветхий завет но все его учения десятины только из Ветхого Завета. Если посмотреть на вашем канале, там учение, вы расписываете подробно, как давалась десятина. Поэтому я считаю, что не нужно просто привязывать даяние к слову десятина. Даяние действительно проверяется, любовь. Если ты любишь, ты даешь. Ты не можешь любить и не давать. Поэтому любишь Бога, любишь людей, ты будешь даятелем будешь с открытым сердцем и давать. Даяние это и есть. Это и есть наша, наша позиция. Нужно быть даятелем. Давайте, давайте. Это то, что сделал Бог. Он отдал, поэтому мы учимся у Бога давать. А Бог проявил так свою любовь, отдавая. Спасибо. Благодарим, Виктор. Итак, первый вопрос теперь от зрителей наших к Виталию. Звучит он следующим образом. От Назарейчика. Нет, назарчика, от Назарейчика. Очень интересно. Если Бог отменил все законы помимо 10 заповедей, почему нужно платить десятину? Тоже быть, может он звучал приблизительно, но не в такой форме. Здесь конкретно спрашивается. Бог отменил, если все законы помимо 10 заповедей, почему нужно платить десятину? Три минуты на ответ, пожалуйста. Микрофон. Пожалуйста. Озвученный на тезис не соответствует действительности. Вот тезис о том, что Бог отменил все законы помимо десяти заповедей, не верен. Если брать текст апостольских писаний, от Матфея до книги Откровения, и собрать там все императивы, все повеления, что нужно делать, и все запреты, чего не нужно делать то э, всякий, кто проделает это, эту работу с легкостью, увидит, что масса законов Торы постулируется и э, к ним призываются, к их соблюдению призываются те, кому писали апостолы. Поэтому нет необходимости отвечать на вопрос именно вот в такой формулировочке. В целом говоря, э, пророчество о Новом Завете которая у нас находится в 31 главе книги пророка Иеремии, там начиная с 31 стиха, оно звучит следующим образом. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет». Новый Завет, в отличие от распространенного мнения, заключен не с язычниками, не с каким-то новым народом, а с тем же самым народом, который был уже в завете с домом Израиля и с домом Иуды. И в рамках этого завета говорится, я вложу закон мой, в оригинале Тору мою, в внутренность их и на сердцах их напишу его. Поэтому весь закон, все 613 заповедей, нужно в первую очередь позволить Духу Святому прописать в сердце, в мыслях, в разуме. И когда человек этот этап одолел, он вошел в Новый Завет. Он, говоря языком 11 главы послания к римлянам, он тогда будет к маслине природной привит. Или, как мы читали в 15 главе книги День апостолов, обращающимся вот этот минимальный список, потому что все остальное они узнают из закона. Вот нужно вначале принять Божье определение Нового Завета. Потому что часто цитируют, Новый Завет говорит, но в Новом Завете написано. А Новый Завет по Библии – это текст Пятикнижья, записываемый в сердце, в мысли, в сознании человека. Если человек говорит Духу Святому, да, я принимаю весь объем твоей Божьей воли, дальше спокойненько, легко, читая от книги Бытие до книги Второзакония и все Священное Писание, можно разобраться, что прообразно, где, как вот эти вот жертвоприношения, описанные в эпоху Нового Завета, кто сейчас левит, кто сейчас священник. На все эти вопросы ответы есть, дорогие. Но нужно вначале принять базовое определение. Тогда таких вопросов на не нет. Благодарим, Виталий, за ответ. Второй вопрос от зрителей Виктору. И звучит он. Простите за небольшую задержку. Не так просто из выбранного полотна а задать именно тот вопрос, который хочется. Я его уже заприметил и практически до него дошел. Тянуть время это не мое, я согласен. Угу. Вопрос касался очень известного аргумента тех, кто защищают десятину, а, и я, а, я могу его озвучить безусловно от себя, но это будет неправильно, поэтому. О, вот он, простите. Угу. Алла, видать очень хорошо умеет петь, потому что преподает вокал. Uh, вопрос к Виктору. Значит, как понять слова Христа? Сия надлежало делать, который он говорил про десятину, и того не оставлять. Матфея 23:23. 23. Иисус повелел десятину стмина отдавать, то есть одобрил. Uh, как вы прокомментируете слова Иисуса? Спасибо. Я могу отвечать. Спасибо за вопрос. Что касается Евангелия Матфея 23:23, 23, как правило, вот в Новом Завете Иисус сказал, что нужно давать десятину. Значит, это неправда. Иисус это сказал находящимся под законом иудеям, евреям, которые частично соблюдали закон, то есть они давали десятину, а большую часть закона не исполняли. Вы молодцы, может быть, он даже их, ну, вы правильно здесь, вы, он Иисус не хвалил, не одобрил, ничего, он просто проконстатировал факт, что в этой части вы соблюдаете закон, а в этой части вы не соблюдаете закон. Поэтому прокляты вы, когда вы не исполняете постоянно и всего, что написано в книге закона. Теперь, что касается, является ли это постановкой для нас, Иисус говорил ли к нам. Во-первых, нам надо научиться всем понимать релевантность, кому это адресовано. Большая часть тех высказываний Иисуса который говорил о законе, адресовано иудеям. Иисус проповедовал только иудеям, а они находились под законом. И он говорил на основании этой. Он сам подчинился этому закону, чтобы искупить этих подзаконных. Но он вообще... Закон был для грешников, а не для праведников. Вообще нам нужно, я думаю, потому что все вопросы закона и благодати, нам нужно отдельно такой эфир сделать. Теперь смотрите, если брать слова Иисуса, что это адресовано к нам, я хочу вам задать следующий вопрос на рассмышление. Это Евангелие от Луки, 5 глава, 12 по 14 стих. Иисус сказал исцеленному человеку, он спрашивает, его исцелил прокаженного, и сказал ему, пойди в храм, покажи священнику и принеси все, что Моисей заповедал. А что заповедал Моисей? Когда ты придешь в храм, ты должен принести двух живых птиц, ты должен принести два овна, должен принести одну овцу. И вот этот процесс, то есть, если мы читаем что-то в Новом Завете Иисус сказал, но не понимаем, кому это адресовано, вообще-то, не в Новом Завете. Новый Завет начался, когда Иисус умер и воскрес. Это был еще Ветхий Завет. Иисус говорил исключительно по закону. Поэтому Он говорил фарисеям, что вы неправильно исполняете закон. Он всегда их осуждал. И вот, вот это в этом контексте. Если это Новый Завет и повеление, тогда нужно за исцеление, если сегодня человек исцелится, ему нужно принести двух птиц, двух овнов в церкви. Это же Иисус сказал, и это Новый Завет. Я могу привести еще сотни аргументов, в то, что это релевантно, не относится к нам. Благодарю, Виктор, за ваше мнение, за ваш ответ. Следующий вопрос, второй вопрос Виталию. Он очень короткий, но важный с точки зрения тех, кто считает, что десятина, как тут и написано, это проклятие, а доброохотное даяние – это благословение. Владимир подчеркивает вот этот аспект. А, Виталий, у вас есть три минуты, чтобы прокомментировать этот тезис серьезный. Uh -huh. Я думаю, да, я думаю, понятна сложность, потому что если, как озвучено, если э, я, позвольте, уточню все-таки. Говорят, если те, кто под законом, они же как бы под проклятием вот этого всего. И озвучивается. Такая серьезная позиция, тезис, что вот десятина оно относится к тому, что под законом значит, это проклятие. А вот доброохотное даяние это благословение. Прошу прощения за отнятое время, но мы с трех минут опять начинаем. Поехали. Этот тезис Священному Писанию не соответствует. О том, что десятина это проклятие, а доброхотное даяние это благословение, Библия нигде не пишет собственно, и все. То есть, если говорить о том, что такое десятина, то это реакция на Божье благословение. Позвольте мне процитировать из книги Второзакония, 14 главы, стихи 22, 24, 25. «Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которые приходят с поля твоего каждогодно. Если же длина будет для тебя дорога, так что ты не можешь нести его, потому что далеко от тебя то место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы положить там имя твое. И Господь Бог твой благословил тебя. То есть вот если, если Господь Бог твой благословил тебя, и тебе трудно это нести, потому что это контекст натурального хозяйства, это аграрная экономика, то променяй это на серебро и возьми серебро в руку твою, и приходи на место, которое изберет Господь Бог твой и так далее. То есть десятина ⁇ это отклик на Божье благословение. Она связана с благословениями по своему происхождению. Бог благословляет, и я откликаюсь на его благословение. А также она связана и с последствиями. Потому что на самом деле говорится о том, что закон дан нам для благословения. Все Божьи заповеди. Та же книга Второзаконие, Пятое. Глава, 29 стих, сейчас открою, говорится: О, если бы сердце их было у них таково, чтобы соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им, и сынам их вовек. Вот, то есть, мы вспомним даже э, 10 заповедей, которые у всех на слуху. Помните ли вы, как э, начинаются 10 заповедей? Многие цитируют так: Я, Господь Бог Твой да не будет у тебя других богов перед лицом моим. А некоторые даже и это отпускают. Но на самом деле текст говорит так. Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. То есть Господь вначале выводит, вначале спасает, вначале благословляет. Перед этим в 19 главе написано, вы видели, что я сделал. Книга Исход, 19 глава. Вы видели, что я сделал египтянам. Вы видели, что я как птица вас охранял и так далее. Вы видели все мои чудеса. чудеса. Вы испытали, каков я. Вы познали меня. И вот теперь во свете этого опыта вот как жить, чтобы вам было хорошо. Вот это десятина и все другие Божьи заповеди. Хочешь, чтобы тебе было плохо? Нарушай. Спасибо, Виталий, за ответ. А, ну, как Виктор хотел а, приблизительно так у нас сейчас и получится, будет возможность также прокомментировать, потому что есть подобный вопрос. А, сейчас, теперь к вам, я его уже почти нашел. Прошу прощения вновь. <coughs> а, оп, от Любы. Зизгановой. Интересная позиция, получается. Не давай десятину, чтобы не получить проклятие, а добровольно можно. Кого хотите обмануть? Бога или себя? Это вопрос мне? Ну да, да, я так понимаю. А, да. угу. а вам кажется, что это вопрос Виталию? Хорошо. Uh, ну, во-первых, там человек задавал вопрос, не я, да, что это, если ко мне, то есть не я так отвечал, и не я задавал вопрос, но тем не менее я отвечу на поставленный вопрос. Uh, закон все равно приводит человека к проклятию. Написано, что Христос искупил нас от проклятия закона. Не от благословения закона, а все-таки проклятия. Христос искупил нас от проклятия. Потому что проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего. Если вы даете десятину, но вы еще что-то не соблюдаете, вы все равно прокляты, вы виновны во всем этом законе. Поэтому даже если вы даете, но не точно дали, все равно это уже неправильно. Поэтому проклятием вы прокляты, потому что не даете. А когда вы доброохотно даете, если вы не дали, то вы не проклятый вы что-то не поняли, вы что-то не сделали. Но когда вы, вы даете, вы начинаете ну, открывать свое сердце. Это не связано с благословением или с проклятием, это связано с отношением, а там с благословением или с проклятием. Поэтому 28 глава второзакония, там начинается благословение, несколько стихов, и еще там в пять раз больше проклятий закона. В законе намного больше проклятий, чем благословений. Поэтому написано, дабы благословение Авраамова. И это не говорится о законе Моисеевом. Закон же пришел после и не может отменить завета о Христе, который был в благословении. Поэтому закон имел начало от горы Синайской до прихода Христа. А с приходом семени, с приходом веры мы не под законом. Поэтому, когда мы туда, видите, все возвращается в закон и благодать. Поэтому думаю, что следующую тему надо закон и благодать. Мы больше поймем друг друга. Потому что десятина, это я с этого и начал. Десятина – это вопрос понимания концепции и благодати. Это отсюда и растут ноги Нужно ли давать десятину или не нужно давать? Я не осуждаю ничего мнения, я просто говорю, позиция откуда выстраивается. Если нам нужно выполнять все, но мы в частности не выполняем все, это однозначно. Значит, мы все равно себя ставим под проклятие, потому что мы не все исполняем. Поэтому мы освободились от закона. Мы, кстати, никогда там не были, но каким-то образом мы туда и заходим. Мы во Христе, мы новое творение. Если древнее все прошло, и теперь все новое. Поэтому благословение, если основываться на десятине, все равно ты придешь к проклятию. От даяний ты не придешь к проклятию. Действительно, здесь только можешь понять или получить благословение. Спасибо. Спасибо. В добавок к ответу Виктора, вот Анатолий э, писал комментарий, я его успел отметить, и задаю его вам, Виталий. Э, Авраам дал десятину не по закону, а добровольно. Не является ли это образом того, что даяния должны быть добровольными, а не принудительными, как по закону? Можно отвечать. Только включить микрофон перед этим не забыть. Анатолий, благодарю за вопрос. Очень хороший вопрос. У меня, в свою очередь, вопрос к вам. Откуда вы знаете, чем мотивировался Авраам, когда давал десятую часть из всего? Где в Библии написано, это он по долгу, или по желанию, или добровольно? А может быть и так, и так, как мы читали из 13 главы Послание к римлянам, что нужно и по долгу, и по совести. Или же читали в послании Тимофею, что таковых должно служителей почитать, потому что трудящийся достоин пропитания. В Библии у Бога между долгом и доброхотностью нет и не было никогда конфликта. Если же говорить о том, что мы можем знать о мотивации Авраама, то чуть позже, чуть позже этой 14 главы книги «Бытие» Бог дает описание мотивации Авраама, его жизни в целом, в 26 главе, главе книги «Бытие» в 5 стихе. «За то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои, и законы мои. Вот это вот Божья версия мотивации Авраама. У меня все. Спасибо. Что ж, друзья, замечательно. Мы двигаемся достаточно динамично. Еще двух часов нету наших дебатов. Но мы подходим уже к предпоследнему нашему блоку. Блоку интриги. Перед тем, как я озвучу, озвучу вопросы от себя, либо сделаю что-то другое, вот позвольте высветить такой еще позитивный комментарий. Вот приятно, что люди замечают. Ну, просто вот приятно, извините, пожалуйста. Григорий обратил внимание, что на прошлых дебатах я был более усталый, а сейчас бодренький такой. Ой, слушайте. Я бы, конечно, мог также спросить, откуда Виталий вы знаете, ой, Григорий, вы знаете, что я бодренький. Но спасибо, что вы подмечаете эту, эту энергию, эту бодрость. Дай Бог нам всем здоровья. Что ж, друзья, мы переходим к интриге. И первым я задам вопрос. Виталию в данном случае. А, но а, так как мне в данном случае сложно быть объективным, я озвучу еще один вопрос от зрителя. По регламенту такое предусматривается. А, вопрос будет действительно непростым. А, Поэтому, Виталий, готовьтесь. Так. А... Давайте мы сделаем таким образом. Я задам сейчас вот этот вопрос, высвечиваю. И потом, если у нас останется время, я высвечу еще один. Первый вопрос звучит от Анатолия Александровича, молодого человека, но очень серьезного, раз Анатолий Александрович. Христос э, сказал, для нас Иисус Христос наивысший авторитет в данном случае, поэтому он сказал так, что цари земные, с кого берут пошлины, с кого берут пошлины или подати, с сынов или со своих? Сынов ли со своих, прошу прощения, сынов ли со своих или с посторонних? Петр говорит ему, с посторонних. Иисус сказал ему, Итак, сыны свободны. Анатолий Александрович, если я не ошибаюсь, задает в данном случае очень серьезный вопрос. Иисус сказал, что сыны свободны от пошлины. В частности, раз вы Виктора спрашивали, проводя аналогии налогов и исполнения закона, то Иисус сказал, что сыны свободны от пошлины, подати, значит, и от закона свободны, в данном случае от десятины. Пожалуйста, Виталий, у вас две минуты на ответ. Спасибо за вопрос. Здесь очень важно вспомнить, о чем идет речь. Это у нас 17 глава Евангелия от Матфея, с 24 стиха начинаю. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели Дидрахм и сказали, учитель ваш не даст ли Дидрахмы? Он говорит, да. Что такое Дидрахма? Дидрахма – это пол сикля, пол шекеля. Это храмовый налог. Если задаться вопросом исследования того, для чего взимали этот налог, то исследователь обнаружит, что это был ежегодный налог с каждого человека, который использовался для поддержки служения в храме. На эти деньги приносились утренняя и вечерняя жертва и все иные общественные жертвоприношения и так далее. Этот вопрос э, задают во время последнего года служения Иисуса Христа Накануне его распятия. То есть заканчивается год. Вы помните, месяц Седа будет первым у вас, то есть месяц Авив, месяц Ниссан – это первый месяц, начало нового отчета литургического года, и э, спрашивают у Петра: Учитель ваш даст ли на храм? Иисус говорит: читаем дальше: сыны свободны. Иисус Христос провозглашает, что храмовый налог больше платить не нужно, потому что Он знает, что в следующем году уже жертвы не нужны. Он и есть агнец Божий, который является исполнением всех этих пророчеств, сокрытых в этих жертвах. Поэтому в действительности сегодня храмовый налог Гидрахму или Пол Сикля нам в Царстве платить не нужно, потому что наш первосвященник в Небесном Святилище в этом не нуждается. Благодарю, Виталий. Благодарю за ответ. А, я задам еще один вопрос все-таки вам для баланса, потому что вам сегодня звучало вопросов меньше. И вот этот, по, моей, по моему мнению скромному, это непростой вопрос действительно. А, Учитывая следующим образом. Друзья, у нас по а, правилам участники знают, мы не можем касаться динаминационных вопросов, озвучивать это вслух. Но, тем не менее, не озвучивая вслух, быть может, каких-то названий, нам придется коснуться отношения к конфессии в определенной степени. И звучит вопрос следующим образом. Угу. от Георгия раньше не было столько деноминаций конфессий если десятина все еще актуальна то какой конфессии приносить десятину а, то бишь просто вот человеку как разобраться в этом направлении благодарю за вопрос вопрос очень важный и здесь мы имеем дело с реалиями нашего бытия, которые, к сожалению, заключается в том, что христианство исторически утеряло Божью истину. Было отступление, которое было предсказано и Иисусом Христом, и апостолами. И в итоге то, что сегодня называется христианством, оно зачастую далеко отстоит от Божьих правил от Божьего идеала. И поэтому мой ответ в идеальной ситуации был бы такой. Десятину нужно отдавать в ту церковь, которая соответствует Божьей воле, что касается истины, которая является столпом и утверждением истины. Вы же не можете финансировать ереси, правильно? Во-вторых, нужно отдавать десятину в а, ту церковь, где она израсходуется правильно, не на содержание церковного помещения, не на строительство богослужебного здания и так далее, и так далее, где она израсходуется по Божьим правилам, по Божьей модели. И каковы они у нас нет времени говорить. Это вот идеальная ситуация, потому что, повторюсь, я уже об этом говорил сегодня. Ответственность она двухуровневая. Первое, я, отдели, я отобрал святыню от дома моего. Второй уровень, как эту святыню используют. И это тоже очень серьезный вопрос. Но у нас есть очень важный принцип. До чего мы достигли, так должны мыслить и по тому правилу жить. То есть отдавайте в наилучшее место, которое вы знаете. А дальше, Господь, если вы что иначе мыслите, вам это... Благодарим, Виталий. А, хорошо. Мы переходим к вопросу Виктору. И данный вопрос, а, он прозвучит от меня, он один, и уровень сложности мне его оценить а, не просто, но мне кажется, вам ответить будет тоже не сильно сложно. А, вначале, когда Виталий представил свою позицию, я скажу, как я. Сегодня я не готовил вопросы предварительно, специально послушав обе позиции отдельно и отсюда толкнусь. Когда Виталий озвучил в начале еще свою позицию, он говорил о том, что по принципу почину Мелхиседека привел аргументы из еврея, евреями 7 главы, проводя параллели с Иисусом, и что раз Иисус брал десятину, ну и как вы помните дальше? То, соответственно, до сих пор это все актуально. И вы после этого в дополнении сказали, что Иисус не брал десятины? Достаточно уверенно сказали. И вопрос следующего порядка: пожалуйста, не могли бы вы показать нам место Писания, где сказано, что Иисус не брал десятины? В контексте его слов а, в Нагорной проповеди 5 главы о том, что не пришел я нарушить закон, но исполнить. Пожалуйста. Спасибо. Ну, во-первых, Иисус не брал десятины на земле, потому что он не был священником по чину Аарона. И его пускали только во внешний двор, и Ему никто десятины не давал. Во-вторых, написано, что люди служили Ему имением Своим приношением. Иисус ходил с ящиком, вернее, Иуда, и они собирали пожертвования и на этом жили то есть реально пожертвования. Так и было. И Иисус говорил: вы никогда не имеете ни в чем нужды, потому что вот обеспечение, Он всегда их обеспечивал. Поэтому это однозначная позиция, что Иисус на земле не брал десятины. Что касается на небе, тем более. Он не берет десятины. И вообще в Ветхом Завете Бог на небе тоже не брал десятины. Это брали священники. Оно называлось служение Богу, богослужение. На самом деле это служение людям, дословно. И люди получали десятину, а не Бог. Бог не нуждается в служении рук человеческих вообще от слова вообще поэтому и на небе он не принимает десятины Иисус. Что касается этого вопроса, посмотрите, вот сейчас формат не, под, не располагает временем, чтобы посмотрите все остальные переводы и там, а там имеющие о себе свидетельство, тот, кто берет десятины, во всех других переводах прямо дословно описывается, показывает что-то мелхисидек, кроме синодального. Хотя в синодальном не исключает что-то мелхисидек. Поэтому Иисус... А можете, вопрос следующий я могу задать. Можете показать, где Иисус брал десятины? И, и, и на что можно ссылаться? Где показать? Это же и так логически понятно, что Он не брал, и у них были пожертвования. Он не мог по определению брать десятины вообще. Десятины приносились левитам в храм, а Иисус из колена Иудина и ничего не имел, никакого права брать десятины, и он не брал. Благодарю, Виктор. Я единственное, что хотел бы подчеркнуть в моем вопросе текст из Матфея 5 главы, когда Иисус говорил, что он не пришел нарушить закон, но исполнить. И так как мы уже неоднократно касались... Этого вопроса, то дополните, пожалуйста, в этой связи. Я не буду приводить другие. Уже текст, который озвучен, был, когда Иисус поддерживал, Он сказал, что вы приносите десятины, и это стоило делать. И, и этого не стоило оставлять, да, написано. Вот. Но про закон, как, как вы видите, мне интересно, Иисус сказал, Я пришел исполнить закон. Если мы откроем Евангелие Луки, по-моему, 24 глава, сейчас могу процитировать, могу сказать, можно проверить, да, то Иисус, когда воскрес, Он начал им рассказывать, начиная от открывая Тору, псалмов и пророков и показывая, как надлежало Христу и пострадать. И Он говорит такую фразу: Вот то, о чем я говорил вам, когда был с вами что надлежит всему исполниться обо мне сказанное в пророках, в псалмах и в законе. Что все, что предсказывал закон о Христе, Он пришел это исполнить. Поэтому Он сказал, что не пришел нарушить закон, но исполнить. Он исполнил все, что предсказано, все, что говорил закон, пророки и псалмы о нем. Поэтому в этом контексте и написано, и тогда им открыл ум к разумению Писания. Подчеркну. Апостолы слышали то, что он говорил в Матфея 5 главу не пришел и нарушить. Но они не понимали, о чем он говорит. И сегодня читатель, читая в пятой главе, он не понимает, о чем он говорит, пока не дойдет до этого фрагмента, где Иисус открывает разумение, о чем он говорил, что он вкладывал в это. Я пришел не нарушить закон, но исполнить. Речь идет исполнить все, что сказано обо мне. Вот о чем идет речь. А не для того, чтобы Он буквально давал десятину. Кстати, где Иисус приносил жертвоприношение? Он приходил в храм и приносил. Если Он приносил, тогда Он был бы грешником, а закон предполагал приносить жертвы. Иисус не делал все, что сказано в законе. И Он сказал, что вы, это в законе вашем написано. Вы не исполняете ваш закон. Иисус никогда не говорил, что я исполняю закон. Поэтому в этом контексте и Иисус говорил, Я пришел не нарушить законную исполнить Благодарим, Виктор. И, и э, для последнего, для восстановления полностью баланса нашего, э, последний вопрос Виталию еще. Э, звучит он следующим образом. В которое которые уже мы читали 15 главу, написано так, что Святой Дух, и мы решили не обременять вас ни с чем, да, кроме следующих требований, и там не было десятины. Вот хотелось бы еще раз уточнить этот момент. Дух Святой не повелевает брать десятину, а те, кто берет, грешит и противится Духу Святому. Вот так вот считает уважаемый VRM. Виталий, прокомментируйте, пожалуйста. Такой вот очевидно, ви, очевидно, VRM присоединился позже того фрагмента, когда я объяснял 15 главу книги «Деяния апостолов. Если исходить из его предпосылок, то в том месте Дух Святой не повелевал брать приношение. И потом продолжу. Те, кто берет, грешит и противится Святому Духу. То есть человек задает... Крайне некорректный вопрос. Там нет списка всего, что Господь хотел бы видеть в Новозаветных Христианах. Там нет и о десятине, там не написано также Не произноси имени Господа, Бога Твоего напрасно. Значит, да, значит можно, да, соответственно, и так далее. То есть предпосылка неверная, исходные а, разумения неверны. А, отсюда и, и нестыковочка в голове человека. Повторюсь, апостолы принимали решение о том, что потребовать от обращающихся, не обращенных, а обращающихся. И они кое-что процитировали из книги Левит, в частности, там 17, 18, 19 глава, выбрали некоторые базовые заповеди. И причина очень простая: в иудаизме эти отрывки считаются сердцевиной Торы. Эта глава неделя называется Гдушиму понятие святости. Вот, вот с этого нужно было начать, ибо, ибо, потому что закон Моисеев каждую субботу читается в синагогах и так далее. Остальное, остальное вы узнаете, посещая богослужение по субботам, где читается закон и пророки. Вот это кратко, о чем я тогда говорил. Благодарю и прошу прощения, если это я по своей невнимательности заставил повториться. Порой так бывает, что приходится все свое внимание сосредоточить на комментариях, чтобы выбрать ваши друзья вопросы. И нечто приходится пропустить из доклада наших гостей. Что ж, дорогие друзья, мы подошли к последнему завершающему блоку наших дебатов. Это эпилог, и каждый из вас может в течение двух минут подвести заключение, поделиться своим впечатлением и пожелать что-то нашим зрителям. Виктор, пожалуйста, у вас две минуты. Да, я хочу выразить благодарность Олегу за его открытое сердце, невзирая на разные мнения мы в этом формате могли поговорить, сказать свое мнение, не унижая, не обижая никого. Есть над чем рассуждать. Спасибо зато Виталию за его позицию. Он уверен в своей позиции. У нас есть над чем рассуждать, аргументировать, связывать, изучать. Нам есть куда расти. Потому что вот в этих форматах мы можем увидеть свои слабые стороны каждый из нас и даже если мы в чем-то убеждены то мы все равно можем проанализировать и понимать например некоторые аргументы которые часто приводят так сказать люди против десятины достаточно были хорошо аргументированы и вот последний даже ответ то есть это не вопрос. И поэтому вот такие вопросы задавать, которые мы часто ссылаемся, это тоже э, не аргумент на самом деле, потому что не было серьезного оппонента или позиции. Поэтому нужно исходить, наверное, из другой точки, а не просто вот этими вопросами. Поэтому я благодарен. Спасибо за все это, э, все, что происходило здесь. Благословляю каждого зрителя и хочу э, пожелать вам э, давайте, давайте любите Господа, любите людей. Это, это на самом деле выражение любви. Даяние – это выражение любви. Поэтому мы говорим о даянии, мы говорим о том, что нужно быть с открытым сердцем, слушать Господа, слушать Духа Святого, учиться. И все, что вы сделаете хорошее, это, это будет благословение для других людей. И это порадует вас, ваших детей и будущее поколение. Поэтому благословения всем вам. Спасибо еще раз за представленную возможность быть на этом формате дебатов. Спасибо. Спасибо, Виктор, за теплые слова. Виталий, вы также можете сказать свое заключение, свои впечатления. Две минуты, пожалуйста. Олег, благодарю за приглашение поделиться моими исследованиями по вопросу десятины. Виктор, благодарю за общение. Человек, который в состоянии изменять свою точку зрения, что в вашем духовном опыте и в служении явно продемонстрировано, вызывает у меня большое уважение всегда. К сожалению, зачастую люди зашорены, они заочно убеждены в своей правоте, закрыты. Поэтому беседа с вами, она была мне приятна, поскольку вы отказывались за время своего служения и духовного становления от некоторых позиций, принимали иные, видя то или иное в Священном Писании, и для меня это особо ценно. Благодарю за общение. Уважаемые зрители, благодарю за внимание, благодарю за вопросы, которые вы задавали в мой адрес. Я благодарю Бога, главное, за Его любовь ко мне. Я благодарю за спасение во Христе Иисусе, за все благословения, которыми Господь Бог наделяет в мою жизнь. Я отдаю Богу десятину доброхотно, без принуждения, в качестве своей благодарности за все Его благо ко мне. И с осознанием того, что мои средства содействуют Божьей миссии по спасению людей по всему миру. Это для меня радость, это благословение, и я желаю всем, кто сейчас смотрит и кто будет смотреть позже, подойти к этому вопросу обстоятельно, основательно, изучить, чтобы, как писал апостол Павел, поступать по удостоверению о массовой чтобы была убежденность, чтобы это было следствием исследования. Да благословит вас Господь. Спасибо, Виталий. Да, друзья, пускай Господь благословляет каждого. Пускай Господь дает нам настоящее сердце. Сердце, которое обогрето Его любовью. Сердце, которое обогрето Его благодатью. И, друзья, Пускай наша платформа, этот проект, не вечные дебаты, и другие наши видео, которые мы стараемся готовить для вас, пускай они будут не как то, что мы пытаемся показать что-то сверху, глядя на снег малознающих. Пускай это платформа для роста, для честного диалога, для развития. Я убежден в том, что... Господь наш, Он за развитие. Поэтому будем честны с Богом, будем честны друг с другом. Будем развивать наше доброохотное даяние, честные отношения с нашим Творцом. Каждый делает выводы для себя самостоятельно, лично, в молитве. Подписывайтесь на наш канал, если есть возможности и желания. Поддержите нас материально чтобы мы могли продолжать создавать новый контент еще раз благодарю каждого из участников и надеемся что до новых встреч уже совсем скоро с богом